Прогноз погоды на народном телевидении «Хибины». И я его ведущая Екатерина Титла. Здравствуйте. Вступаем в февраль. Начало последнего календарного месяца зимы обещает быть морозным и туманным. В Кировске во вторник ожидается низкая облачность. В ночные часы и утром сильный мороз. Термометр покажет до 19 градусов ниже нуля. Днем до 16 градусов со знаком минус. Атмосферное давление будет колебаться у отметки в 722 миллиметра ртутного столба. В Апатитах пасмурно и несколько холоднее. Синоптики обещают до 21 градуса мороза. А вот ветра практически нет. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. В областном центре совсем другая картина. Ближе к полудню мурманчанам улыбнется солнце. Здесь до минус 14 днем и до минус 16 к ночи. Ветер будет усиливаться в порывах. На юге полуострова завтра пасмурно и морозно. Минус 16, минус 17. А вот к началу следующего дня немного потеплеет. Долгота светового дня на широте Кировска во вторник составит 6 часов 2 минуты, в Апатитах 6 часов и 4 минуты. 1 февраля жители сразу нескольких восточных стран отмечают Новый год. Также это Международный день десерта. Можно совместить два повода и порадовать себя чем-нибудь вкусненьким в разгар рабочей недели. И на этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего!